Итак, ребята, всем привет, с вами Гуф-Гуф, и сейчас, ребят, в этом ролике я вам расскажу, как фармить вот эти вот синие монетки, или же, как их называют в игре, гемы. Ребят, эти монетки, гемы, они очень ценные, и за них, ребят, вы можете покупать вот эти вот, ребята, пасы, которые стоят за робуксы. То есть, ребят, вы можете с помощью этих гемов купить то, что стоит за донат. Даже вот этот вот рюкзак, который бесконечный. И сейчас, ребят, я вам хочу рассказать те способы, которые я узнал. Ну, начнем мы с того, что если мы нажмем сюда плюсик и перейдем на эту локацию, то, ребята, мы увидим тут место, где можно получать вот эти гемы. Для начала я вам хочу показать свой новый рюкзачок. Вот такой вот крутой. Очень-очень сильно захотелось очень быстро прокачаться, открыть все локации, и я взял и задонатил на этот рюкзак. Я не дождался того момента, когда я накоплю вот этих жетонов и куплю себе рюкзак. Короче, сейчас, ребята, на этой локации вы можете покупать за вот эти вот синие монетки, вот эти пасы, 35 inventory, double drops. Вот эта штука очень-очень прям очень полезная. Она увеличивает дроп яиц из мобов. То есть с каждого моба вы будете получать по 2 или 4 яйца, и или же просто с боссов по 32 яйца сразу. Если вдруг выпадет яйцо босса, то вам выпадет сразу 2 яйца босса. И это очень круто. 2 pet slots. Вот эта штука, которая вам поможет надеть больше питомцев. Кстати, да, я вам хотел еще питомцев показать. И вот, видите, такие вот у меня сейчас питомцы. Это все благодаря подписчикам. Подписчики, которые мне это пожертвовали. Я очень вам благодарен, ребята. Очень большое спасибо. Это вроде бы суслик из Дискорда. Фимрин также вроде бы давал одного питомца. И еще какой-то чувак с ником Даник. И там еще какие-то цифры были. Тоже кидал питомцев. Кот ленивый тоже, помню, был. Ну, короче, ребят, я всех не помню. Не могу сказать, кто что кидал. Но, ребята, спасибо еще разочек за питомцев. Короче, сейчас, ребят, смотрите, вот такие вот вы можете купить пасы за, ребята, эти гемы. Рюкзак стоит 750 гемов. Это не так уж и много, если честно. Но фармить их сложно, ребят. Поверьте мне на слово, их очень сложно фармить. Чтобы их, ребят, фармить, вы можете, ребята, продавать своих мифических питомцев. Вот, например, у меня есть сейчас вот такие вот питомцы. Грибочек, легендарный Кинг Кобра, и также вот такие вот мифические, ребята, питомцы, которых я сейчас не смогу продать. Вот этих я продавать не буду, это уж точно. Ближайшие пару дней точно я продавать их не буду, потому что они мне сейчас пригодятся. И вот тут вот пишет, что вот нужно одного такого питомца, Санбала, и вы его сможете продать за 10 гемов. А где же его взять, ребят? Вы его можете взять в каком-то одном из яиц. Мне кажется, что где-то вот тут вот, где-то он здесь прячется, в каком-то из этих яиц. Вот, мне кажется, что это и есть вот это яйцо, где можно его достать. А потом, ребят, вы можете вот такой вот грибочек продать. У меня уже 3 грибочка нужно, чтобы продать за 10 гемов. Когда я продам 3 грибочка за 10 гемов, мне надо будет уже 4 грибочка, чтобы получить 10 гемов. И вот видите, у меня есть сейчас такая вот кобра одна. Я ее продать не могу, потому что я уже ее однажды продал за 50 гемов. Одну. Сейчас мне нужно 2 кобры, чтобы получить 50 гемов. Потом 3, потом 4 и так дальше. В общем, вот такая вот система, ребята, заработка вот этих вот гемов. И, ребята, чтобы их получить, вам нужно очень-очень много мифических питомцев. Где же брать мифических питомцев, ребят? Один вопрос. Где? Откуда? Ну, конечно же, ребята, из яиц. Шанс на мифических питомцев очень маленький. 0,1%. То есть вам нужно открыть 1000 яиц, чтобы достать хотя бы одного мифика. Кстати, ребята, недавно я ролик снимал. Я его уже выпустил, там немножечко проблемы со звуком были, но там я показал вам, ребят, что с помощью 3000, даже не 3, а 2800 яиц, ребят, я достал 4 или 5 мификов и одну легендарочку, то есть шанс был очень хороший. И это, ребят, еще было при том, что я не использовал никакие бусты. Тут, ребят, есть также разные бусты, вот, например, я сейчас вам покажу, так я не помню, как тут смотреть-то. Ага, вот, зайти в шоп. Буст, и тут есть вот такие вот бусты. Тройной шанс на редких питомцев, пятерной шанс на мифических, пятерной шанс на легендарных. С помощью этих бустов, ребят, вы намного чаще будете доставать легендарных или мифических питомцев. Но, чтобы их достать, вам нужно кое-что сделать. Я вам потом расскажу, что к чему. Как же, ребят, фармить вот этих вот мифических питомцев очень быстро? Ну и начнем мы, ребята, с того, что есть два способа, которыми я сейчас пользуюсь. Один способ — это почти как бы АФК режим. Вам нужно,
ребят, пойти на любого босса, которого вы убиваете очень быстро. Вот, например, я сейчас пойду на босса, который на второй локации, самый первый босс, самый-самый-самый слабенький. И его, ребят, я, кстати, там вроде бы сам прокачался был до такой степени, что я его уже вроде бы выносил почти там за 2-3 секи, вообще не напрягаясь, с помощью своих питомцев, не выпрашивая подписчиков. Хотя я не выпрашивал, они сами предложили мне. И сейчас, ребят, смотрите, вы просто вот так вот идете сюда на вот эту штуку. Так, нужно надеть питомца, давайте возьмем хотя бы одного питомца. И, ребят, вот так вот встаем, нажимаем, короче, автоклики, чтобы он сюда кликал хотя бы раз в 2-3 секунды. Вот так вот он будет сюда щелкать и его убивать. И этот босс будет появляться каждых пару, не знаю сколько там, секунд, минут, вроде бы 20-30 секунд нужно для того, чтобы босс появился. И тогда вы будете его пока убивать. Но этого одного не хватит, чтобы вас не выкидывало. Вам нужно еще хотя бы прыгать. Я вот если с компа ставлю на АФК, я просто ставлю книжку на пробел. Ребят, я думаю, этот способ для вас уже знаком. Просто книжку на пробел, он автоматически прыгает. И просто кликер на одну точку. Вы прыгаете и постоянно бьете вот таким вот способом. Все, очень быстро идет фарм монет, во-первых. И во-вторых, очень быстро идет фарм вот этих вот яиц. Потом вы эти яйца, ребята, просто потом идете и их открываете. Как открывать, ребят, я думаю, вам не надо объяснять, вы это сами прекрасно понимаете. Окей, есть такой вот хороший способ, но для него нужно очень много времени. Дальше есть еще один способ, ребят, вам нужно пойти на третью локацию. На третьей локации где-то можно, в принципе, через четвертую зайти туда, просто чтобы далеко не бежать, ребят. Я очень-очень стал ленив и не хочу так много бегать. Вот тут вот есть, ребят, на третьей локации в конце вот такой вот портал. Его вроде бы можно открыть просто так, ничего не надо тратить. И тут вам нужно друга или еще кого-то, чтобы открыть вот этот вот, ребята, портал. И потом вы можете пройти, ребят, тут паркур несложный, очень-очень легкий паркур. И в конце паркура вас ждет огроменный сундук, из которого, ребят, вы можете получить разные яйца и бонусы. Ну вот, например, в последний раз мне выпал буст на вроде бы x2 фут. И также, ребят, выпало мне мифическое одно яйцо. Ребят, там я видел, что они кидали скриншоты, где им выпадали аж сразу по 2 мифических яйца. Оу, почти не упал. Фух, я уже испугался. Вот, вот тут, ребят, одна проблемка. Одна маленькая проблемка. Когда вы слишком долго зажимаете пробел, он делает двойной прыжок, ребят. Вот такая вот система. Вам нужно очень аккуратно нажимать на пробел, чтобы пройти этот паркур. Окей, давайте я сейчас доберусь до конца, просто чтобы не растягивать ролик, и просто покажу потом, что там происходит. Вот, ребят, как вы видите, я добрался до этой локации. Тут есть вон такой вот сундучище. И из этого сундука раз в 16 часов или в 14, я точно не помню, вы можете достать вот такие вот бусты. 24% шанс на то, что вам выпадет Mythic Egg. Также 1% на легендарное яйцо. Ребят, это вот эти вот яйца, с помощью которых, ребят, вы можете достать только мификов, а тут вы можете достать только легендарных питомцев. Кстати, я видел вот этого питомца у кого-то. Ребят, вот эти питомцы, они посортированы по уровню силы. В этого самая маленькая сила, в этого самая большая сила. Хотя шанс на всех одинаковый, но, ребята, прикол-то в том, что у этого очень много силы по сравнению с этим. Вот я сейчас вам могу показать двоих питомцев, они вроде бы у меня есть. Вот этот вот, такой вот дракончик или что это такое, я даже не знаю. Вроде бы конь. И также медуза, или что это такое, или кракен какой-то. Сейчас я вам покажу вот этих двух питомцев. Ах, к сожалению, я вам не покажу того. У, ребята, этого питомца, которого я только что показывал, вроде бы коня. У него там вроде бы 600, может 6 миллионов урона, может 60 миллионов урона, я точно не помню. А вот у этого Golden Octopus аж, ребята, а, это осьминог. Вот, у осьминога аж 1 миллиард. То есть вы, я думаю, видите разницу. Окей, также вы можете достать вот такие вот, ребята, бусты. 5x Legendaries, также x2 Food, x2 Coins. Тоже хорошие бонусы. Ну и также куча монет. Окей, ладно, я думаю, вы поняли. Ну, пока что это все способы, которые я знаю. Возможно, еще есть какие-то способы на каких-то локациях. Возможно, есть еще какие-то сундуки, может еще что-то. Но до Атлантиса больше нету ни одной локации, чтобы я видел где-то место, где можно фармить, ребята, на халяву мифических
питомцев. Ну, в общем, ребята, вот такой вот ролик получился. Если он вам понравился, ребят, обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан. С вами был Гуф-Гуф. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.